Добрый день, друзья мои! Сегодня на канале The New Woman нарядные платья, как я и обещала, а для создания праздничного настроения новогодний декор в самом конце видео будут идеи новогоднего оформления блюд. В этой части нашего показа модели демонстрируют Лилии Арах. Слева внизу экрана название ее аккаунта Instagram.
К сожалению, не так много есть интересных компаний, брендов, идей, нарядной одежды для зрелых дам. И вот одна из таких компаний, брендов, это Living Silk. Сейчас вы видите эти модели. Кстати, этому же бренду посвящено одно из моих старых видео. И вот, на мой взгляд, это лучшее, что было предложено. Почему? Приведу свои аргументы. Это практичная одежда, потому что чаще всего мы будем видеть блузку и юбку, и можно по отдельности будет надевать то и другое. Это натуральный шелк. Компания называется Living Silk. Очень комплементарно для женской фигуры. Особенно вот там, где мы увидим блузки и юбки. И вот на этой, ну, скажем так, вот посмотрите, как красиво. Даже если у женщины фигура, ну, не песочные часы, вот в такой одежде она будет выглядеть женственно, красиво. Это вот та одежда, которая не уродует, а наоборот делает фигуру. Чуть позже вы увидите часть этих моделей на очень худенькой женщине. Так вот, на очень худенькой это выглядит даже чуть-чуть хуже, чем вот на такой, ну, более плотной даме. Идея вот таких вот легких костюмов с блузкой за пахом и широкой юбки с клинями можно использовать для летней одежды, не обязательно для нарядной.
заключительной части нашего показа идеи новогоднего декора, закусок. Никаких рецептов не нужно, достаточно просто посмотреть на картинку, и все ясно. Надеюсь, мне удалось создать вам такое праздничное предновогоднее настроение. И вы получили какие-то и удовольствия, и идеи от просмотра этого видео. Если это действительно так, напишите об этом в комментариях. Напишите, какие у вас планы, какое у вас настроение, в чем вы будете встречать Новый год, или, может быть, Рождество католическое или православное. В общем, поделитесь вашими новостями. Очень была рада этой нашей встрече. До наших новых встреч на канале The New Woman. И в качестве анонса хочу сказать, что готовлю видео, посвященное идее насмотренности. Что такое насмотренность? Для чего она нужна? Какие критерии насмотренности? Думаю, что это будет полезно. До свидания, мои дорогие.